Ну, определенно кто-то копал, я убежден. Монетка первая. Такие дела. Привет, друзья! В этом выпуске я вновь вернулся к Эгону Гарклау и реке Амата с целью побыть на природе, отдохнуть и, быть может, найти что-то интересное. Кто не видел предыдущие выпуски из этого места, обязательно посмотрите. Приятного просмотра! Погода стояла просто отличная. Солнце дарило последнее тепло поздней осени, над рекой висела легкая дымка. И река видами и шумом воды завораживала меня так, что я никак не мог собраться и включить металлоискатель. Первая находка тут же, прямо здесь у берега. Но так как здесь такая звонкая находка, но так как здесь идут провода, электролиния, я думаю, что это алюминиевый провод. Обычно под линиями очень часто. Очень часто находятся провода. Ну, посмотрим. Первую, как обычно, по традиции. По традиции показываю. И первой находкой оказался кусок жести. Как и всегда, это ничуть не расстроило. Если верить приметам, если первая находка пробка или что-то ржавое, то монеты обязательно будут. Со второй находкой тоже намучился. Было ясно, что это вновь жесть, но уже определенной формы. А поскольку я потратил очень много времени на выкапывание, уже из принципа хотелось ее полностью достать. Зря что ли пыхтел минут 10. Что-то непонятное. Ну вот, в подтверждение моих слов, люминь, кусок большой. Идем дальше. Очередная находка, кусок ржавой консервной банки. Вот. Очень глубоко приходится копать, потому что здесь чуть-чуть чернозем сверху, а там буквально сантиметров 10-15, потом речной песок. И, блин, пробивает речной песок, так же, как на море. Бывает, что сигнал вроде яркий, вроде бы не должен быть глубоко, но глубина просто нереальная. Здесь тоже вот этот вот контур, ободок старой банки я выкопал, наверное, сантиметров, ну, с 30, может, даже чуть больше. Вот, а звенел он, то есть у меня по звуку глубина настроена, вернее, звук настроен так, что глубина, чем громче звук, тем ближе к катушке цель. Мне казалось, что он прям вот должен быть здесь, на поверхности, но нифига. Вот, пока только мусор, идем дальше. Эхо войны, стреляная пистолетная гильза, причем не одна. Без таких находок уже давно не обходится ни один выпуск, а за гильзами квадратик стали с отверстием.
Первое. Блин, какая-то крупная медь. Сейчас будем смотреть. Офигенно, на камеру. Прям на камеру. Я реально не видел, что здесь. Ну, я просто понял, что я выбросил сигнал. И вот сейчас решил пинпоинтером найти. Блин, круто. Советы. Это советы. Дубитая, такая гладенькая. 3 копейки, 61-го, что ли. Я крутился почти у самого берега реки, и она постоянно меня отвлекала. Почему-то мне казалось, что она с доброй легкой улыбкой, одним своим взглядом манила и приглашала просто посидеть на берегу и любоваться ею. Магия воды сильна, и я, конечно, не мог устоять. Мысленно улыбался, понимая, что поддаюсь этой игре. Да что ты будешь делать? Второй сигнал и опять монетка. И, скорее всего, опять советы. Вот она лежит. Будем смотреть. Да, советы. 2 копейки. 2 копейки 71-го года. Было 3,61. Хоть что-то. Думал, неужели третий сигнал тоже монета, но так не бывает. Ну, бывает, но редко и не у меня. И это оказалось такое вот стальное кольцо. Довольно глубоко сидело. Глядя на эти кадры, разве можно сказать, что на календаре 1 ноября? Это скорее сентябрь, полное безветрие и теплое солнце. Издали мне даже показалось, что на небольшой полянке цветут осенние цветы. Но цветами оказались маленькие березки, с ярко-желтой листвой. 76 ВДИ, сигнал резкий, такой острый, я бы сказал. Ну, значит, что что-то небольшое и вроде как не глубоко. А, вот, вижу, эхо войны, очередная гильза. И еще одна, со сколом. Крышка от молока или кефира. Я ее щеточкой почистил, но, к сожалению, надписи все равно нечитаемые уже, и неизвестно год, неизвестно, что это. Вот. Я в каком-то из видео своих показывал когда-то вам про эти крышки, находил и делал вставку такую информативную о том, какие раньше были крышки, от чего, куда, цветовая маркировка и так далее. Так что, если есть желание, посмотрите предыдущие копательские видео, одни из последних, которые были перед этим. Там это есть. Ссылка, наверное, будет сверху, если я не поленюсь найти то видео. Обломок алюминиевой чайной ложечки. Приближаюсь к реке, в ту сторону уже слышно, как шумит. Стал попадаться туристический мусор, консервные банки и фольга. Причем в таком достаточно большом количестве, я уже не показываю. Но копать тяжело. Здесь песок опять речной. И, наверное, минерализация какая-то другая. Потому что, блин, ну глубина нереальная. Маленький кусочек фольги, глубина там под 30 сантиметров. Ну куда? Я, наверное, буду какие-то сигналы, возможно, игнорировать. Хотя фольга и золото, они звучат одинаково. Так что думайте сами, когда ищете, копать такие сигналы или не копать. Пройду до реки еще туда, да, устроим там небольшое чаепитие, вот, и потом пройду назад и пойду наверх уже, похожу у дома. Очень быстро садится солнце, сейчас 3 часа, но часы перевели на зимнее, и очень близко, очень быстро оно идет к горизонту. Я боюсь, что опять, как всегда, все о том, о чем обещаю, что будет в этом конкретном выпуске, опять не успею. Ну, посмотрим, в общем. Вперед! Мусора и пробок на этой полянке было немало. Но, как позже мне рассказал Эгон, на этом месте еще с советских времен часто отмечали праздник – День Ивана Купалы, или Янов день, как называют его здесь. Конечно, если не полениться и выбивать это место, думаю, что можно найти не только мусор, но и монеты. А может и еще что-то более ценное. Ведь чего только не теряют люди в разгаре веселья.
О, монетка. Монеточка. Вот она, родимая. 15 копеек. 15 копеек 85 года. Почти мой. Я на год постарше. Ну и куда же без пробок? Пробка с надписью «Львов». Виноводочная. Привет Украине. Обнаружил ямку вот здесь. Явно видно ямка, закопанная, прикопанная. И мне показалось, что до этого я тоже видел вроде. Но так как время прошло, мне показалось, что возможно это и не ямка. Но вот вторая, так что здесь явно кто-то что-то тоже копал. Такое ощущение. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но очень похоже на то, что кто-то здесь уже бродил с металлоискателем. Вот, ну посмотрим. Там впереди, вот на этой полянке, я попал на какой-то пробковый рай. Все сигналы были пробками. И вот здесь обнаружил старый покоп. Ну вот опять же, здесь, кажется, старая ямка и чуть-чуть земли вот там. А здесь был сигнал поверхностный. Я подумал, что может быть это что-то из этой ямки. Кто, ну там пробку кто-то выкинул или нет. Но я выкопал вот поверхностную консервную банку. Вот. А что было там, неизвестно, потому что сигналов оттуда нет. Но определенно кто-то копал, я убежден. Хоть кто-то и копал здесь монетки, но все равно находки попадались. Незаметно для себя я вновь вышел к реке и решил устроить небольшое чаепитие. Так что самое время, мой дорогой зритель, заварить чаю или кофе и посидеть вместе со мной у реки. Ну вот я и вышел к реке. Здесь достаточно шумно. Здесь вот камни такие. И такое ощущение, что здесь был либо брод, либо, возможно, какой-то импровизированный мост, а может быть и нормальный мост когда-то был и шла дорога. Но очень кажется, потому что вон там в продолжении на том берегу тропинка. Вот, я, конечно, вброд не пойду. Вода достаточно высокая, быстрая, и мои сапоги этого не позволят сделать. А так бы, может быть, и сходил. С той стороны вот виден мост основного шоссе. Вот, я здесь никогда не был. Сейчас мы здесь с вами посидим, попьем чаю, посмотрим на реку. Вот. А потом пойдем дальше назад к дому. Походим еще чуточку у дома. И, наверное, на этом на сегодня закруглимся. У меня тут есть чай. Немножечко. В рюкзаке. Все сырое, сесть негде особо. Вот. У меня есть чай вот в такой кружечке. Сделанный с любовью, как говорится мне. Что-то с крышкой стало. Вот течет. Вот, горячий еще. Хорошая кружка. Но вот крышка что-то плохо работает. Я не знаю, может там можно что-то сделать. Эту кружку мне когда-то подарили. Один хороший человек. Вот. Я ей, правда, не пользовался часто особо, но на рыбалку брал. А сейчас что-то с крышкой стало. Ну не суть. Это не омрачит наших посиделок у реки. Я вообще очень люблю шум воды. И вообще монотонные шумы меня успокаивают. Поэтому мне здесь в кайф сидеть. Думаю еще запустить дрон. Не знаю, здесь или вернуться наверх. Тогда здесь мест нет особо таких безопасных для автоматического приземления, на мой взгляд. Но посмотрим. И у меня есть вот такой кексик. Ну, правда, магазинный, но надеюсь, что и он сделан с любовью. Уже покупал до этого такой. Грузинская фирма с
Стабурадзе. Это шутка на самом деле. Стабурадзе — это бренд, похожий, ну, из таких брендов, вот как Дзинкерс, например. Думаю, что не только жители Латвии о нем слышали. В советское время ВЭФ, РАФ, Дзинкерс. Ой, ну да, Дзинкерс, Стабурадзе. Вкусный, кстати. Возвращаясь к опу, скажу, что накопался пипец. На самом деле, как бы, в выпуске вы видите только там какие-то стоящие находки, ну или вызывающие у меня интерес. Но между ними это столько ям выкопано, если бы вы знали. И мне кажется, вроде ничего не поснимало, уже так много времени прошло. Уши болят, наушников. Вот эти наушники, вот у них пластик, очень натирает вот эти места здесь над ушами. Я даже не знаю, что делать. Эти дужки просто очень больно становятся. Я жалею, что я не взял наушники. У Делоса был вариант таких мягких, больших, крытых наушников. Надо было брать те. Вот те, кто думают покупать Делос, берите с такими наушниками. Эти, блин, ну очень удобно. Может, у меня голова такая, я не знаю. Нестандартная. Но я бы брал большие. Мне тут часто пишут, типа, ну, те, кто смотрит старые видео, там, Итрак у меня был, что лучше, Деус или Итрак. Оба аппарата одного уровня примерно и примерно одной цены. У Итрака очень хорошая дискриминация. Дискриминатор просто лучший. Но я не знаю, там CTX, наверное, перенял это. Zozo, так называемый. Но у E-Track'а лучший дискриминатор вообще. Я даже не знаю, какие у него минусы. Если бы он был в корпусе Deus'а, и если бы у него была звуковая идентификация как у Deus'а, и скорость, возможно, чуть получше, потому что E-Track достаточно медленный в этом плане, то это был бы лучший металлоискатель всех времен и народов. Я думаю, такая модель бы вообще никогда не теряла своей актуальности. Вот. Ну, что касается Deus'а, у него дискриминатор, наверное, чуточку похуже, потому что он ржавчину бросает, глубокую ржавчину в цвет, но делая проводки определенным образом, это можно определить, не копая. Но я копаю все. Но те, кто не пришел к тому, чтобы копать все сигналы, хочет только цветные, берите E-Track. Или, если на E-Track не хватает, берите Equinox какой-нибудь. Они оба дешевле, чем E-Track. Ну, Кузя с 600 гоняет. Я ему вчера его настроил, он очень доволен. Тоже хороший. Но я думаю, что дискриминатор там стоит от E-Track. Это вообще такой бюджетный варианты E-Track'а. Но назвать его минусов по сравнению с E-Track'ом оригинальным, ну, наверное, минусов нет. Единственное, мне не нравится опять штанга с намотанным проводом. У E-Track'а в этом плане очень хорошая конструкция. Тяжеловат, но дело привычки. Вот. Вот такие дела. Я бы хотел для него купить еще снайперку для Deus'а, но нет пока бюджета. Так много всего хочется. Объектив на камеру другой, с большим фокусом. Чтобы можно было, вот белка там бегала. Но я не могу этим снять. У меня этот 1455. Еще хочу камеру сюда. Сейчас у DJI новая вышла, которая крепится на магнит, на одежду. Просто вот куда хочешь, туда и крепишь. И еще есть инстакамера, по-моему, тоже на магнит. Вот тоже такую хочу, чтобы можно было снимать, допустим, диалоги с людьми, а то эту камеру неудобно держать, да и как-то не очень удобно в целом, когда с человеком разговариваешь, держать такую камеру, а эту включил на груди, и все, и весь диалог можно вам показать.
Но тоже пока нет бюджета. Такие дела. И я еще какое-то время сидел, наслаждаясь моментом, рекой, и в который раз до мурашек думал о том, насколько удивителен наш мир, наше место в нем и насколько интересно сплетается материальное с духовным, в некую интересную, бесконечную косу судьбы мира и каждого из нас. От осознания ценишь каждый миг, это ускоряет время и хочется вцепиться руками в прибрежную траву, чтобы удержаться и остаться в этом дне немного дольше. Размышлений и любования видами меня отвлек приезд Эгона и его жены, встреча с которым я был очень рад. Пообщались, показал и отдал ему найденные монеты. Так, на память. А он долго рассказывал мне все, что знает и помнит об этих местах. А знает он, поверьте, немало. Мы вместе побыли у реки. Приезжал Эгон со своей женой, пообщались, замечательные люди, в который раз убеждаюсь. Дал ему монетки советские, он был рад. Вот, и сам еще останусь здесь, немножко пробегусь, солнце уже совсем-совсем низко. Быстренько сейчас добью эту дорожку, по которой мы начали, поднимусь наверх. Возможно, сделаю пару красивых пролетов, на сегодня закончим. А прогулки и поиск у самого дома непосредственно там, где... такой мини-садик, ну, то есть зона, где можно более-менее поискать. Там мы, это мы оставим на следующий раз, на следующее видео. Никуда оно от нас не убежит, тем более, что Эгон разрешает и совершенно не против, что я здесь хожу. Но, опять же, я стараюсь за собой оставлять все так, как было до меня, ямки закапывать, ну, как и обычно, вот. То есть, как бы, очень благодарен я тут человеку за то, что он мне позволил здесь находиться. Вот так. Сигнальчик под елкой, и вот опять монетка, опять советы. Судя по всему, да. Советики. И это у нас 2 копейки. 2 копейки какого-то 80 какого-то. 9-го, что ли? Или 8-го. Больше ничего ценного в тот день не нашлось. Но куда же больше? Ведь было все, что моя душа могла желать. Природа, пребывание у реки, поиск, немного монет, а самое главное – общение с замечательными людьми – вами и Эгоном. Ну вот такой вот коп, ребята, сегодня получился. Такой вот поиск, прогулка. Нельзя сказать, что копали только шмурдяк и пробки. Все-таки монеты были. И красивые виды были.
Что еще сказать? Что еще можно желать? Хорошая погода, размышления, река, хорошие люди. По-моему, все ингредиенты хорошего видео в этом выпуске присутствуют. Поэтому я думаю, что ваш лайк, комментарий, подписку, если вы еще не подписаны, я, по-моему, заслуживаю. Я не знаю, как еще и что еще я могу сделать для того, чтобы это заслужить. По-моему, я сделал все. Так что удачи вам, спасибо, что вы есть, спасибо, что смотрите. Всего вам наилучшего и до скорых встреч. Пока, ребята.